Камера, мотор, начали. Да, купил оптом и обосрался. Начало видео. Ребят, всем привет! Короче, это вот, наконец-то наступило время выпускать видос с кроссовками. Ну, по названию вы уже, наверное, все и сами понимаете. Единственное, короче, что я хотел сейчас сказать, это вот в начале видоса, что, короче, будет новый проект, ну, даже не один, наверное, будем делать так, там, допустим, там, на 5, на 10 тысяч покупать какой-то товар и смотреть, как он продается, там, за какое-то время. Буду показывать, там, где покупаю, или это группа в телеге, или еще где-нибудь, либо это тяг, либо это садовод, неважно где. Будем пробовать, там, разный товар, смотреть, как он будет уходить. И по поводу кроссы еще будут выходить на этом канале. Короче, ладно, вы посмотрите это видео, и сейчас в конце уже с вами встретимся. И я буду оправдываться, так что обязательно досмотрите видео до конца, потому что там, ну, я как бы вообще, материал есть, поэтому посмотрите его. Подписывайтесь на канал, там ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного просмотра. Каково это было? Вот взять товар и обыскать. Ну такой, да не, ну я думаю, может еще там раскачаться надо. Сейчас позвонили за кроссовки, и мы идем сейчас до фикс-прайса, там какие-то пакеты купить, такие крафтовые, чтобы можно было кроссовки, ну, нормально, потому что они же без коробок все, вот эти эконом. И сейчас пойдем в фикс-прайс, посмотрим, может найдем какие-то пакеты, чтобы хоть, да, если они там будут, чтобы хоть какие-то, короче, чтобы хоть как-то продавать, можно, чтобы это выглядело нормально, в принципе. Короче, мы купили 2 пакета, один белый, другой серый. Так что, но на этом еще не заканчивается наша движуха, потому что сейчас домой придем, и я расскажу, в чем прикол. Именно тех кроссовок, которые мужик заказал. Он заказал, короче, там 40-й размер. Ну, понятно, что 41-й надо ему будет. И там еще дела есть, поделать кроссовки. А я сейчас возьму и расскажу, это прикол. Расскажи. Там надо чикнуть ниточку. Не одну. Одну, на тех одну. Короче, надо чикнуть ниточку. Ну ладно, сейчас пойдем домой. Я надеюсь, он их купит на самом деле, потому что он там что-то... Говорит, что он в магазине там покупал 39-й размер, ему нормально было. Но вроде как по стельке он замерил, и мы замерили, вроде нормально должно подойти. Но еще, блин, в 11 часов аж вечера. Вот чисто ради видоса, на самом деле, потому что один человек уже звонил по поводу кроссовок, и наморозили мы. Потому что он позвонил, блин, в 12 часов ночи, хоть у метро, короче. И, ну ладно, мы уже, короче, здесь, в принципе, недалеко, там, ну, надо будет поехать ему и отдать. Ну тут, короче, вот такие вот приколы. Сейчас Настя обрежет. Ну что, прям выглядели прям вообще нормально. Хотя просто первая продажа, что все нормально было. Короче, первый раз мы решили поехать ночью кроссовки отдать. И как вы думаете, что произошло? Человек вообще ничего не отвечает. Причем, что он до последнего отвечал. А как мы, короче, только приехали, он ничего не ответил. Поэтому я, как, мы решили, что, ну, для видоса, ладно, уже поедем. Типа, что, ну, как бы быстрее будут продажи, быстрее видео выйдет. А по факту... По факту, короче, человек не приехал, и мы, наверное, будем теперь только Авито доставкой отправлять, и то, если будет за них как бы писать, чтобы, знаете, видео не вышло, типа, купил оптом и обосрался. Так что, как-то так, ладно, идем домой и будем что-то думать. Первый раз просто так. Да, на самом деле первый раз, причем что мы никогда не соглашались. Ну, там... я же говорю, первый раз, что мы согласились поехать, да, типа, так, да, поздно. Да, 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 согласен. И тут вот так. Короче, больше такой херни не будет. Лавочка закрылась. Лавочка закрылась, чисто доставка и все. Ты как Шрек. Все, я? Ну, ты зеленый. А, да. Ребят, короче, по поводу кросс... Вчера мне написал зритель канала, говорит, можно я у тебя куплю кроссы? И, ну, короче, я ему по себестоимости, на самом деле, их отдал. Поэтому сейчас надо будет почтой России, он заказал, надо будет пойти ему отправить их. И, наверное, я немножко цену сейчас мы снизим, потому что, ну, мало пишут. Либо какие-то дауны пишут за кроссовки, реально, ну, вот, которые, типа, там... Либо я, короче, я не знаю, может, их... Приказываются так. Потому что я ехал, кроссовки, блин, просто непонятно куда. В 11 часов ночи никто не пришел, блин. Короче, не знаю, сейчас посмотрим. Либо вообще выставить рядом с домом. Пусть сюда прям идут.
Короче, сейчас еще попросил Настю, чтобы она перефоткала кроссовки. Мы выставим чуть-чуть пониже. И еще Андрей тоже выставил кроссовки. Ну, потому что, типа, насколько я понял, ну, Андрей говорил там, и мы смотрели, короче, куча объявлений. Чтобы были продажи, нужно хотя бы по 150 объявлений. Но я решил, как бы... Вот такое вот видео получилось. По поводу кроссовок, на самом деле, я не знаю, выставлял я, выставляла Настя, выставлял Андрей, причем Андрей купил даже X10, по-моему, на него. Короче, в общем количестве, наверное, объявлений мы выставляли 25-30. Но я в курсе, что там, ну, чтобы продавать кроссовки, нужно там по 150, по 100 объявлений каждый день постить, как бы, чтобы были продажи, чтобы все клиенты, ну, большинство хотя бы перешло к вам. Но у меня суть была не в этом, поэтому у меня суть была в том, что я просто выставляю, вот, ну, реально, вот взял товар, да, и как бы выставил сколько там, ну, 7 фоток, 8 фоток, да, и посмотреть, как продаются. Ну, понятно, там, с периодичностью, чтобы можно было там еще, ну, пару фоток выставить, еще, чтобы объявление выходило в топ, но не покупать какие-то продвижения там, накручивать себе отзывы по кроссовкам, ну, не в этом суть была, как бы. Поэтому, но кроссы еще будут выходить, мы еще сейчас, ну, вы видели, мы уже отфоткали, сейчас еще выставим объявление. Попробуем там, может, иксы купить. Сейчас уже именно нормально попробуем попродавать, именно уже с иксами, там, с какими-то продвижениями, да и тем более сейчас платные просмотры. По идее, многие должны слиться, кто масс-постингом занимается, поэтому, по идее, должны быть продажи. Так что, ну, не знаю, посмотрим, короче, в любом случае. Просто еще, кстати, реально вот писали многие люди, вот реально много людей писало на самом деле, но почему-то сливались там. Здравствуйте, готов купить. Здравствуйте, как бы, ну, хорошо, там, ну, отвечал, как бы, все, и все, и человек пропадал. Пару раз, вот, ну, были такие моменты, когда вроде как договорились, все ок, вроде вечером должны там поехать отдать кросс, но человек сливается. Я не знаю, с чем это связано, причем очень много, ну, очень много, на самом деле, так людей делало. Я не знаю, зачем и почему вообще, в принципе. 7 точно писала, еще 2 звонила. Ну, да, 4. Ну, и мне, ну, еще 3 или 4. Но Андрей сказал, что ему вообще никто не звонил и не писал. Хотя Андрей купил еще иксы. Не знаю, почему так. Не знаю, короче. Сейчас в любом случае еще 2 недельки дадим кроссам. Посмотрим. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что будут новые проекты. Мы будем там покупать, допустим, там на 5, на 10 тысяч. Это будем выставлять, показывать, где брали, как товар уходит. Но не будем именно делать. Мы будем как бы... Ну вот реально, как вот любой бы человек просто купил, выставил бы и ждал клиентов. Ну, там понятно, что не просто выставить фотки, да, и сидеть, куковать, ждать, а там с периодичностью каждый раз выставлять, там, ну, по несколько объявлений. Посмотрим, как так будет идти товар, там какой-то другой, либо, ну, не знаю, глянем в любом случае. И кроссы, ну, я знаю, что они продаются, либо, я не знаю, почему так у нас, либо какие-то мы не те кроссы взяли, хотя Джорданы, да, они хорошо продаются. Джорданы сейчас везде, в принципе, нормально заходят. Ну, дело не в кроссах. Ну, не знаю, ну, может, вот эти, может, их слишком много, потому что мы и цену спустили, там уже не за 2 рубля продаем, а за 1790, по-моему. Ну, я не знаю, почему так, в любом случае, не знаю, сейчас будем смотреть, что-то как-то думать, выставлять еще видос, еще... Короче, еще видео выйдет с кроссовками по-любому, так что подписывайтесь, и много других новых проектов тоже будут в этом видосе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не знаю, комментируйте, как вам видео.
Может, кто знает, почему не продавались там. Сейчас тебе начнут писать, что это ты, потому что так плохо выставил. Нет, это я выставила нормально. Ну и ты тоже. Так я и Андрей же выставил. Вот, да. Ну, многие так выставляют. Так что не надо писать такие комментарии. Сразу говорю. Сейчас будет бомбить по эти, которые продают кроссовки. Да, так это нет, ты, блядь. Ну, просто они правда выставляют по 50 объявлений в день. Да, просто на кроссах, вот, допустим, на этих форсах 19 тысяч объявлений в Москве. Ну вот реально, 19 тысяч. 19, это, ну, это вообще жесть. Сейчас, по идее, уже должно угомониться вот эта движуха с масс-постингом, по идее. Хотя, если у кого-то прям дофига кроссовок, наверное, он все равно будет масс-постингом заниматься. А может, наоборот, это даже и лучше будет, что сейчас платные просмотры, что масс-постинг может, если реально они будут за контакт брать деньги, то там, в принципе, все равно, сколько объявлений выставлять. Короче, сейчас глянем, может, не будет 19 тысяч, а будет 38 тысяч объявлений в кроссовках. Короче, глянем. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, там, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, там дизлайки, кому как нравится. Всем пока. Все равно дизлайков не видно. Ну да. Ну ты обосрался. Все, вырубай шарманку. И новый мир.